Сегодня в Жлобине откроется первый в Гомельской области центр обслуживания плательщиков на базе инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району. При его создании использовались принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания посетителей. Это позволяет плательщикам быстро ориентироваться в выборе услуг. В идеале в центре должен быть один операционный зал, как в банке. В планах Министерства по налогам и сборам до 2020 года создать около 35 центров и упразднить территориальную привязку плательщиков к определенным инспекциям. 15-й международный слет юных спасателей-пожарных стартует сегодня на базе лицея МЧС в Гомельском районе. В нем примут участие команды из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Италии и других стран. На слете соберутся самые активные ребята и взрослые лидеры движения юных спасателей. Участники обменяются опытом, встретятся со старыми и познакомятся с новыми друзьями. Одна из основных целей слета – обучение навыкам спасения и самоспасения в различных чрезвычайных ситуациях, формирование культуры безопасности в обществе. Программа предусматривает различные конкурсы и мероприятия, обучающие основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи. 25 подростков от 14 до 17 лет из разных уголков региона соберет сегодня лагерь «Курсант Ты». Он пройдет на базе военно-транспортного факультета Белгута. В ближайшие 9 дней ребята будут вместе жить и проводить свободное время. Каждый день лагеря расписан по минутам. Строгий, почти армейский режим объединили с насыщенной культурной и спортивной программой. Для подростков проведут трудовую акцию на комбинате «Восток», организуют экскурсию в пожарную часть, на спасательную станцию «Освод», а также в музеи, кинотеатры и храмы Гомеля.